Полезный совет, как анлокать телефон. Надеюсь, что это работает. Мне вот знакомая рассказала, которая работает в телефонном магазине. Может, такой хак может пригодиться кому-то. Берешь телефон, скажем, Verizon, вставляешь в него карточку, там, сим-карту, если есть такая возможность, еще старые телефоны в них можно вставлять, или карточку от AT&T или T-Mobile, и это unlocked телефон. Если там, скажем, в телефоне есть контракт, и его компания говорит, нельзя его разблокировать, может быть, это действительно срабатывает. Если у вас есть такой опыт, вот напишите мне или позвоните, ну, на WhatsApp будет интересно, работает ли этот хак или нет, или на email. WhatsApp 1-917-825-8225, а email alexander.gurman@gmail.com. Спасибо.